Как стало известно информационному агентству Prime Crime, вчера в Ярославле на 64-м году ушел из жизни неоднократно судимый кутаиский вор в законе Николай Сахадзе, более известный в криминальной среде как Коки. По словам источника, причиной смерти криминального авторитета стал отказ почек вследствие коронавирусной инфекции. Подобно немногим оставшимся, на своем региональном уровне Коки был заметной и очень влиятельной фигурой. В Ярославле он обосновался еще в первой половине 90-х и оставался там даже после введения антиворовской статьи. 5 раз судимым в Грузии за кражи, побег, бродяжничество, нарушение надзора и наркотики, в последний раз Коки отправлялся за решетку тоже за запрещенные вещества в 2010-м на 3,5 года. 6 днями ранее в итальянской Анконе в возрасте 68 лет скончался тбилисский вор в законе Томас Карашинадзе.